В этом обзоре манометр механический со стрелочным указателем. Подойдет для измерения давления в баллонах большинства лодок ПВХ, их кельсонах и аэрдеках, а также во многих надувных аттракционах. Для максимальной совместимости с клапанами от разных производителей манометр укомплектован двумя уплотняющими кольцами. Можно использовать их по отдельности, либо сразу все вместе. Все зависит от высоты клапана. У манометра такой же цанговый разъем, как и у шланга от насоса. Есть два рычажка под пальцы. Корпус манометра защищен резиновым кожухом с мягкой ребристой поверхностью. Это хороший амортизатор при падении манометра на твердую поверхность. Если при попытках измерить давление манометр ничего не показывает, либо его приходится поджимать руками, то следует немного открутить болт со стороны переходника. Тогда он будет упираться в толкатель клапана и приоткрывать его для измерений. Купить этот полезный прибор вы можете в интернет-магазине «Водник».